Вот то, что планировали, все сегодня сделано. Видите, вот очищает последние элементы. Осталось эти газон положить. Но сегодня все укладывает, он есть на месте. Поэтому у нас была задержка с лавочками, с урнами. Все теперь привезли, все на месте. Самое главное, шары никто не катал еще. Да, у нас это диковин. Один шар 150 килограмм. Его, ну как его поднимут, да еще находятся такие активные люди, да, которые, в кавычках, не знаю, куда все это применить свои силы. Поэтому я думаю, что все нормально, но какие-то могут быть недостатки в процессе, да, в процессе, потому что и плитка экспериментальная, во-первых, мы ее брали с двух территорий, она разный формат из двух территорий, как она покажет себя зима-лето, посмотрим. Поэтому все, что касается каких-то недостатков, они всегда могут быть или появятся, это будет устранено. Поэтому самое главное, мы видим, насколько сегодня это функционально, вот даже сегодня прохладно, сколько населения, да? Сколько населения, то есть она востребована для передвижения населения. Максимально в городской среде вот, должно быть как можно больше таких возможностей людей, то есть больше пешеходных зон. Создавать условия. Я думаю, что это вот замечательные условия. А все остальное, если будет возникать, будем попробовать. Спасибо большое. Спасибо.